Свой патриотический путь длиной практически 1200 километров представители Брестской областной структуры ДСАФ начали с возложения цветов у вечного огня мемориала «Брестская крепость Герой». Именно цитадель является отправной точкой маршрута первого международного автопробега «Города, овеянные славой». Наш международный патриотический автопробег «Города, овеянные славой» мы посвящаем мужеству защитников Брестской крепости, Полоцкого укрепрайона и ленинградцев. Автопробег проводится с целью увековечивания памяти советских воинов и жителей, отдавших свои жизни за нашу родину, за нашу землю. Международный автопробег «Города овеянные славой» посвящается мужеству и героизму защитников Брестской крепости, Полоцкого укрепления и Ленинграда. Патриотическое воспитание молодежи – одно из основных направлений деятельности структуры ДСАФ Республики. Осознавая важность и значимость деятельности своей организации, сотрудники ее представительств стараются принимать участие в подобных мероприятиях как можно чаще. Учебный центр имени Дмитрия Михайловича Карбышева, Республиканское государственное общественное объединение ДСАФ, участвует во всех патриотических мероприятиях и акциях, которые организует областной совет ДСАФ. Вот. Но мы участвуем не только в этих мероприятиях, но и в мероприятиях города Московского, Ленинского района. Поэтому наша боевая задача и уставная задача – это патриотическое воспитание молодежи. Международный автопробег «Города овеянные славы» завершится 15 мая в Санкт-Петербурге. Из Бреста стартовало два автомобиля и команда ДСАФа из 12 участников. Однако на Драгичинском направлении к ним присоединятся и представители других областных первичек. По пути следования запланировано посещение мемориальных комплексов и исторических мест, проведение митингов, участие в патриотических мероприятиях оборонных обществ Беларуси и России.